Сейчас нахожусь на плотине на реке Чижа. Хочется обратиться к гостям района города Текели, к жителям города Текели. Если вы приезжаете отдыхать, не оставляйте после себя огромные кучи мусора. Можно же это забрать и выкинуть где-то по дороге в мусорные контейнеры. Можно. Берегите природу, не загрязняйте. Вы же сюда же потом приедете отдыхать. Вот так у нас люди отдыхают, после себя оставляют человека присутствие. Спустившись из ущелья Чижа, увидели очень много отдыхающих. Очень. Я насчитала 46 машин. Люди приезжают, отдыхают, расслабляются, получают удовольствие, но оставляют после себя огромные кучи мусора. Уже поехав домой, встретили еще отдыхающих.